открываем вареники, благодарить своего классного руководителя и опять же своих родителей. Сегодня, кстати, все своих родителей говорят, давайте родителям похлопаем громко. А на сцену готовится выходить команда КВН «Вареники». Ребята уже второй год выступают, и сегодня они надеются прорвать всех. Команда КВН «Вареники». Всем привет! Перед вами на сцене команда КВН «Вареники». В прошлом году мы заняли второе место, а в этом году мы будем повышать планку. Мальчики, принесите нам стулья. Ты что тут раскомандовалась? Кто главный в нашей стране? Правильно, мужчина. Кто главный на сцене? Правильно, мужчина. Ой, разбаловали мы вас, мужчины. Языком трепетесь, как девчонки. Ребят, ну это же КВН. Может, хватит выяснять, кто тут главный? Или как в прошлом году? Посмотрим, кто смешнее. Вареники, поехали! Итак, представьте, новая ученица в классе. Кто это? Так, тихо, класс, у нас сегодня новая ученица. Оксана, выйди, пожалуйста. Она у нас очень скромная и добрая девочка. Будьте с ней помягче. Я пошла скажу замену, а вы выполняйте классную работу. Так, в классе теперь я главная. Ты будешь выпускать за меня стул. Ты будешь приносить мне булочки из столовой. А ты будешь носить мой портфель. Я не буду носить мой портфель. Так, что здесь случилось? Они меня обижают. Все, класс наказан. Теперь ты будешь поднимать за нее стул. Ты будешь носить ее булочки из столовой. А ты будешь носить ее портфель. Папа, надо было сразу соглашаться. Современная поэзия. Здесь так красиво. Я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов, сальто в наших стаканах. Мальчики, что еще за современная поэзия? Ты не знаешь? И по-вашему это смешно? Ну покажи что-нибудь смешнее. Элементарно. Ногти. А что-нибудь другое? Представьте, молодой учитель на перемене. Данил Анатольевич, я, конечно, все понимаю, но вы же преподаватель. Толкните, быстро в класс, потом продолжим. Привет, девчонки, сегодня выпускной. Мы пережили хорошие времена. Прошли от звонка до звонка. Я скоро себе куплю крутую тачку и обязательно вас прокачу. А сейчас вечеринка! Но если мы четвертый класс так отмечаем, что же будет в одиннадцатом? И нам очень трудно придумывать шутки, потому что все самое смешное забирает сахар. Какие шутки мы у вас забираем? Смешные! Перед вами на сцене выступала команда КВН «Вареники». Спасибо. Мы провожаем команду КВН «Вареники». Это самые юные участники этого фестиваля.